невзирая на то, сколько у него денег лежит в кармане, какая у него машина припаркована. Вот тут человек понимает, сегодня я счастлив. Давайте, может быть, чтобы у нас в жизни этих дней было как можно больше. Я укрупнил вот эту твою речь. Да? Давай. Нет. Главное, чтобы человек был хороший. При этом не важно, какого цвета у него Бентли, да? Хотелось бы зажечь эти спецсигналы в честь замечательной радиостанции Авторадио. 20 лет Авторадио! Зажгли, зажгли! Мы зажгем наши проблесковые молочные маячки, конечно же, в честь столицы нашей Родины. Братцы, я не знаю, вот
это никакая не пропаганда. Я говорю абсолютно искренне. Мы приезжаем в Москву там раз, один раз в 3-4 месяца. Мы живем в Екатеринбурге. Но она становится лучше, правда. Нет, красивый, чистый город. Если на улице города еще будут люди вот с таким выражением лица, которые сейчас стоят здесь в зале, ходить по улице, это вообще будет... Ребята! Москва, с днем рождения! Конечно! Хочется, наверное, сказать огромное спасибо всем тем, кто на сегодняшнем празднике работал и трудился. Это ребята, которые ставили сцену вчера в дождь. Вот этот проливной, насквозь мокрый. Кто делал звук, свет, всю постановочную часть, кто сейчас работает на этом концерте. Всем, кто работает на концерте, наши им спецсигналы! Ну а сейчас речь пойдет о гораздо более серьезных вещах. Тут вот просто вот такими вот спецсигналами, маячками не отделаешься. Речь пойдет о тех людях, о москвичах, и о гостях столицы, которые сегодня, в день Москвы, во всем городе происходят разные мероприятия, выборы огромные, но они сделали свой выбор. Они пришли сюда, они не смотрят по телевизору фигню всякую, они здесь, на Погоны горе, вместе с вами. Ребята, в честь вас! Не опускаем руки. На счет три начинаем двигать вот в ту сторону, вот туда вот, от дороги, на счет три. Смотрим на меня и делаем одну репетицию. Вы готовы? Раз, два, раз, два, три! Оп, оп, йо-хо-хо! Оп, оп, йо-хо-хо! Оп, оп, йо-хо-хо! Оп, оп, йо-хо-хо! Отлично! Получилось, репетиция удалась. Теперь вместе с профессионалами, кто не репетировал. Жители сказочного королевства! Раз, два, раз, два, три! Оп, оп, йо-хо-хо! Оп, оп, йо-хо-хо! Оп, оп, йо-хо-хо! Оп, оп, йо-хо-хо! Но порадовали старцев, порадовали! Слушайте, один наш знакомый музыкальный критик вот несколько раз как-то писал, и вот они опять выйдут, и вот это хоп-хоп-хоп будут делать, насколько можно. Слушайте, привыкнуть к этому невозможно. Это как интимные отношения с любимой женщиной. Ну да, но в тысячный раз, но приятно. Да, но приятно же, но нравится же. Смотреть на это, но истинное удовольствие. На бис для нас. Но добавляем наше такое. Авторадинская йо-хо-хо! Раз, два, раз, два, три! Оп, оп, йо-хо-хо! Оп, оп, йо-хо-хо! Оп, оп, йо-хо-хо! Оп, оп, йо-хо-хо! Находиться здесь в этот день большая честь для нас, уральских парней, играть для вас огромное удовольствие. Мы бы сейчас могли уйти, а вы бы нас, может быть, позвали. Не забывайте, кстати, про улыбки Тававан говорил. Не забывайте людям, которые вам милы, дороги, говорить об этом вслух. А то они же не понимают, как догадываться. А потом бамс, не успели. Об этом песня. Ну, в общем, да. Вот мы сделаем вид, что мы ушли, а вы нас позвали. Вот что без этого.